добрососедские отношения, культурные традиции. У нас живет в Башкортостане 130 тысяч чувашей, классики чувашской литературы родом с территории Башкортостана, да, башкирской территории. Поэтому, конечно, у нас связывают такие неформальные отношения. И когда бизнесмен выбирает, куда ехать, продавать товар, там, в какой-то регион или в Чувашию, едет в Чувашию, потому что там его встретят хорошо. И наоборот.